Люблю читать стихи и баста. Пусть это будет моритоном, но даже спать я очень часто ложусь с включенным микрофоном. Как бы это ни звучало гадко, правде все же должное отдам. Есть у меня пара недостатков. Старый и умен не по годам. С таким вот темпом жизни диким, пока не кончит путь земной, не я мечтаю стать великим, а большинство великих мной. Вас, кажется, смутил мой интеллект, цитата из Камю Метерлинка. Не бойтесь, это видимый эффект. В душе я дура и почти блондинка. Вы говорите что угодно, а у меня сомнений нет. Поэт обязан быть голодным, а сытый — это не поэт. И наши рифмы, словно пташки, не устают из уст слетать. Жаль, что в смирительной рубашке их невозможно записать. Права не надо попирать, мы не какие-то букашки, и вольны сами выбирать фасон смирительной рубашки. Душа рвалась в Берлин, в Гаагу, в Ниццу, навстречу с архинужными людьми. Но фейс-контроль суровый, черт возьми, на выходе из нашей психбольницы. За границу лететь не могу, и об этом не может быть речи. Я пред Родиной в вечном долгу, а гасить неохота и нечем. Если сердце ночами болит, если бросили пить, стали тише, значит, снова вы взяли кредит, но проценты уже стали выше. Хотела долг отдать супружеский, а он мне гад и говорит, не надо, лучше ты по-дружески внеси проценты за кредит. Одна печаль мне душу бередит, что я женился сразу, не в кредит. Отлично. Ну что, на этом разминка закончена? Да. Пожалуйста. Нет, теперь давайте к персональному чтению перейдем. Кто читает? Персонального. А ну, давайте по автомобилям поговорим. Давайте. В любое время, вечером и днем, всегда прекрасна дама за рулем. Блондинка – класс. Брюнетка – это что-то. Но лишь когда стоит или на фото. Каток с разгона въехал бензовоз. Я ощутил чужое превосходство. А вот теперь, внимание, вопрос. А если б он бензин и правда вез, а не навоз на дачу руководства? Ну, я прожил автокатастрофу. Не возражайте. Суровая правда была такова. Он кончил свой путь в придорожной низине. Могилу его украшали слова. Родился и умер от дырки в резине. А что у нас там было 3 декабря? Помнишь темы вот эти? Мы хорошие стихи вспомнили тогда. Прогресс. Прогресс, подожди. Прогресс. Прорвемся мы с мозгами или без, нам лишь бы пиво не просохло в глотках. Мы верим, что технический прогресс необратим, как стрелка на колготках. Джунглям неведом научный прогресс, и невдомек папуасам, что если под трассу не вырубить лес, то будет фуфло, а не трасса. Про алкоголь, про алкоголь. СМС-ка написал в апреле, СМС такой. Пишу тебе, в душе скорбя, мы не увидимся в апреле. Мне из запоя до тебя идти примерно 2 недели. Знаете ли вы, чья мысль ясна, принципы тверды, суждения хлестки, как непросто даме с бодуна создавать подобие прически. Ворочаюсь в постели, как маньяк, моча готова хлынуть через уши. Вчера пил офигительный коньяк, пора б уже отлить, но жаба душит. Третий час
я любуюсь Москвой под чаек из щербатого блюдца. Вижу, трезвость не наш рулевой. Не втянуться бы нам, не втянуться. Давайте я еще буду задавать. Давай. Отрывать человека от рюмки, когда он ее к горлу поднес, могут только одни недоумки. А вот смогут ли, это вопрос. Про Россию у нас было, правда? Я тогда уже закончу, тоже. Так сейчас мы разойдемся. И после третьего... Давай. И после третьего стакана мелькнула мысль, вот она. Что завтра, ехать за туманом или за пивом с батуна? Тогда я еще один. Давай. Бывает, возвращаешься домой, предавшись алкогольному экстазу, и думаешь, какой же стороной сначала повернуться к унитазу? Я так устала, не поспать бы малость. Иссяк задор, закончился кураж. Всю формулу любви открыть пыталась, а вышла вновь С2H5OH. Замерев на миг с наполненным фужером, под биением ликующих сердец, так забавно наблюдать за акушером, вынимающим из банки огурец. В общем, тема эта бесконечная, а давайте что-нибудь там. О родине. Давай стране. Давай. Вот так ты что-то там. Сейчас. На фоне общей кутерьмы призывный клич летит из масс. Россия типа это мы, а нет, Россия это нас. Почему все эти гневные слова? Ты, дорогой, впустую тратишь силы, да и сегодня снова голова. Но ведь болит не просто, а Россия. Ну и, конечно, о любви надо поговорить, да? Сначала про Родину я закончу. И пусть женщина первая скажет. Про Родину еще, да? А, про Родину. Так скажу, обидно за державу. Колыбель бунтов и революций довели страну, что даже травы от росы серебряной не гнутся. Все у нас на грани. На пределе. Каждый день ломается и рвется. Ну а травы просто не успели. Дайте срок и денег. Все загнется. Любви. Люблю мужчин. Нормальную любовью. За что любить додумалась сама. От них ведь пользу как-никак здоровью. И очень много пищи для ума. Про брак. Любовь и брак где-то рядом. Все. Как институт большой системы, брак существует для того, чтобы вдвоем решать проблемы, которых нет у одного. Последствием стремительного брака излишняя реклама не нужна. Устал, как предпоследняя собака. Сильнее устала разве что жена. Увел я у приятеля жену. Ему, конечно, не было приятно, но он не это ставил мне в вину, а то, что я вернул ее обратно. Надо какую-то жирную точку поставить. Давай. Надо его еще открыть. У нас тут есть одно четверостишие. Мы классики уже местами. Но рано подводить итоги. Писать стихи не перестанем. Покуда не протянем ноги. Спасибо.